Да. Ваше звернення, те, що ви звернулись на мене, я извиняюсь, не звернення, а заява. Ви не путайте, заявлення, ви правильно називаєте. Ваша заява, так. Да. Була зареєстрована на минулому тижні, 3.03, за номером 4259, ага. І зараз знаходиться на розгляді перед ПЗУ про звернення громадян. Про результати розгляду вас буде повідомлено додатково. Проводиться службова перевірка. Вірю. По відповідним фактам, то, що ви звернулися зі скаргою на керівництво слідчого відділення. Угу. І про результати вас буде повідомлено додатково. Ви зараз сказали відносительно ЗУ про звернення громадян. Вот. Так вот, согласно закону про обращение граждан, гражданин, вы меня перебиваете сейчас. Так вот, согласно того же закона Украины про обращение граждан, части 3, статьи 7, вы должны за належностью отправлять эти материалы. А належность по сотрудникам... Подождите. Я прошу вас меня не перебивать второй раз. Так вот, належность по сотрудникам полиции, вы должны эти материалы отправить на ДБР. И ДБР только вправе проводить проверку. Как вы будете своего сотрудника проверять? Это ваш сотрудник. Всего лишь. Не-не-не-не-не-не-не-не. Та я уже это, знаете, я тут четвертый год вот, вашей Чего работы. Скажете, будете вы. Скажете, это вас? Не мое. Так куда на хотите. Да. Я сообщаю. Я не скаржусь, я сообщаю. Вы звернулись до отделения полиции? Не звернулся. Я вам сообщил. Вы звернулись до отделения полиции? Молодой человек, вы постоянно меня перебиваете. Вы звернулись до отделения полиции? Вы, you understand? Я говорю, вы до конца. У вас приняли заяву, правильно? А вы сейчас говорите звернение. Вы правильно называете вещи. Не звернение, а заява. Певні дії. Вы различаете звернение и заяву? Ну, добре, я вас послухаю. Вы различаете это? Добре, я послухаю. Вы радио включите и законы нормально почитайте. Что такое звернення, что такое заява? Наразі, яка допомога вам потрібна? Мені? Да. Огород скопать. Вот это вот такая допомога. Не входить у компетенцію. Я понимаю. Я всего лишь хочу... Допомога. Почему вы не отправили материалы на ДБР? Вы покрываете своего сотрудника. Ничего подобного. Этим должен заниматься ДБР. Сегодня у нас какое число? 11? 3-го было написано заявление. А вы пишете его как... Вы, я хочу ЖО. Дайте мне копию ЖО по моему заявлению. Все. Пожалуйста.